вообще мне и всей съемочной группе при таком уровне безопасности. Честно, они безопасны. Перед выпробованием экстрасенсы, как правило, проводят специальный обряд об изокрестыты и СБ и всех присутних. Но техника вызова духа убийцы очень небезопасна. Одно дело вызвать фантом и кашнуть того, кто пострадал. Жертву. А другое дело вызвать убийцу вместе с тем демоном, который...